Всем привет! Расскажу сейчас, как можно покупать токены проекта, в который вы хотите зайти, на сети Binance Smart Chain. Во-первых, нужен аккаунт на Binance, это торговая площадка криптовалюты. И также нужен кошелек у вас в браузере. Вот, допустим, я использую MetaMask. Его можно спокойно скачать в интернете, установить. Он очень быстро устанавливается и быстро аккаунт делается. Аккаунт сделали на Binance, подтвердили все, сделали все авторизации, которые вам нужно, и после этого можно начинать торговать. Заходим, значит, в кошелек, здесь нажимаем фиат, после чего появляется криптовалюта здесь разная, можно купить, можно написать здесь любую криптовалюту, которую вы хотите найти, которая есть на Binance, и вы сможете ее купить. Но для этого вам сначала нужно закинуть на Binance деньги. Для этого здесь есть криптовалюта, которая привязана к вашей валюте. Допустим, вот евро есть, там доллары есть, также рубли, вот рубли. И для этого нужно здесь нажать просто депозит. Нажимаем депозит. Выбираем банковскую карточку. У вас должна быть Visa либо MasterCard. Тогда вам придет буквально в течение там 5 минут, может меньше. И дальше вписываете свою сумму, которую вы хотите ввести. После этого вам начисляется сумма, которую вы ввели. И вы можете ее обменивать уже на криптовалюту. Допустим, для того, чтобы торговать и перекинуть себе криптовалюту на MetaMask, вам нужно иметь BNB валюту. Вот она есть. Нужно нажать, значит, на BNB Trade. И найти BNB евро. Значит, нажимаем сюда. После этого можно ставить лимит, можно ставить маркет. Маркет это чтобы сразу же купить, не ждать цену, если она вдруг меняется. И вы просто покупаете на ту цену, на ту сумму, которую вы закинули, BNB. Ну вот, нажимаете просто buy. Тогда у вас здесь уже также обратно в кошелек, фиат. Здесь у вас в BNB появится сумма, сколько у вас имеется BNB. После этого нажимаем withdraw. И это здесь мы отсюда должны перекинуть сумму себе на MetaMask. Как это сделать? Нажимаем на MetaMask, и вот сверху у вас здесь написан ваш адрес. Этот адрес нужно закинуть сюда, выбрать Binance Smart Chain BEP20, обязательно именно это. Тут есть, может быть другой какой-то вариант. Самое главное, следите за тем, чтобы была правильная сеть здесь. И дальше вы ставите просто максимальное, сколько вы хотите перекинуть себе на кошелек. Далее здесь также можно изменить язык, если вам удобнее на русском. Вот, и тогда все станет на русском языке. Я покажу сейчас на русском быстренько. Вот, фиат, кошелек. Заходим сюда. Также здесь ввод и вывод. Все вроде бы понятно, все легко. В кошельке MetaMask нужно настроить саму эту сеть, потому что ее не будет. Она находится вот здесь сверху. Можно выбрать разные сети. Будет изначально стоять эфир, сеть эфира, после чего вы нажимаете Custom RPC, появляется здесь, и вот здесь вы будете вписывать вот эти все данные. Эти все данные я напишу в самом видео в описании, чтобы было просто скопировать и скинуть. После чего вы нажимаете Save, и у вас появляется сеть вот Binance Smart Chain Mainnet. И в нем уже будет указано BNB ваше и все, что у вас есть. Далее, просто после того, как вы скинули себе BNB, вам нужно зайти на PancakeSwap. На PancakeSwap обычно есть почти все токены, которые вам нужны. Но, по крайней мере, хорошие токены, не скамовские. Нажимаем Trade Now. Здесь сверху выбираем BNB.
снизу нужно вписать адрес токена, который вы хотите зайти. Например, токен... Так, токен Eternal. Здесь есть вот контакты, контракты, Binance Smart Chain, и здесь написан их адрес. Нужно скопировать адрес, вернуться на PancakeSwap, еще раз показываю, нажимаем снизу сюда, и в эту строчку вписываем адрес уже. Появляется, значит, вот Eternal. Их добавляем, и дальше уже меняем, сколько вам нужно. Здесь вписываете снизу Eternal, допустим, вам нужно 2 Eternal. И он будет автоматически сверху покажет сумму, которую снимет у вас в BNB, а снизу вот будет сколько нужно. Нажимаете, значит, просто подтвердить, будет транзакция, подтвердить. Здесь, значит, будет показано то, что у вас идет обмен, и когда он подтвердится, будет гореть вот таким синеньким, что все готово, подтвердилось. И у вас появится... у вас появится тогда Eternal на вашем кошельке, и тогда можно заходить в игру и спокойно играть. Все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, что это видео помогло. Все, всего хорошего, всем пока!